В новогоднюю ночь, конечно, не принято говорить о грустном, но давайте все-таки вспомним тех, кто ушел в этом году, о тех, кто подарил нам столько светлых моментов. И в первую очередь о человеке, которого можно описать одним словом – эпоха. Еще год назад он пел для нас с вами в новогоднюю ночь. Давайте вспомним, как это было, и почувствуем, что он с нами. Это первая новогодняя ночь без Иосифа Давыдовича Кобзона. Старый клён, старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего?